Всем привет. Попробуем прокатиться. Если коробку устрою правильно. С Комсомольска на Амуре до поселка Селихина. Или Селихина, не знаю, как там называется. Так, ну, наверное, пробуем. Volvo 750, дефолтная полностью, может дефолтная, еще раз грузу, 24 тонны силовые панели. Обычный задний привод. Здесь, наверное, не попадем. Развернемся здесь. У нас хлебзавод. Там и дальше молочное отделение. Получили, да? С зелей, как говорится. Не захотел нормально заехать. Извиняюсь за выражение. Пытка номер два. Видишь, немножко отпустил, надо косячок не сделать. Это заезд в город для легкового транспорта. У них какое-то здесь мероприятие террористическое. Короче, машины в город не пускают, только по пропускам, поэтому нам путь заказан. Амур. Так, проверим шлагбаум здесь. Супермаркета. ФПС полтинник, да, 60. То есть держимся пока. Так, здесь вот заезд такой простой. Светоохранник. Теперь шлагбаума. Ага, тоже надо пониже опустить немножко. Коллизию чуть-чуть. Немножко коллизию надо опустить чуть-чуть. Открывайся.
стол. Короче, надо со столбом что-то делать. Проглядел я стол, видишь? То есть на карте никто не видит, а тут косяки. Столб убирает сюда, на эту. Так, вот здесь у нас смотровая площадочка. Там мы видим, где она у нас. Вон они. Отсыпают дорогу на Амуре. Их дело. Так, столб косяк, шлагбаумы пониже опустить. Записывать надо где-то, блин. Так, там у нас шиномонтажка, можно починиться. Ремонт. ППС 60. Вот это подъем надо опустить немножко чуть. Вот как здесь вот цену сделать, чтобы, блин, было за деньги? Было бы классно. То есть реализовать хочу стоянки. Платные стоянки. То есть заезд на платную стоянку стоит денег. Ночь переночевал там. И поехал дальше, значит. Чтобы стоянки платные действительно были, ночные. ППС 60 держится. Сейчас посмотрим, какой ФПС будет на этом. Вот там, где пост ГИ. Так, заправка Альянсовская, то есть будем возить мы с Николаевска на Амуре с нефтебазы. Песок возить, дороги отсыпать туда, на Николаевск, на Амуре. Вот здесь грузовой пост. Машины тут, я говорил, что они динамические, если я файл поставил, они не исчезли. Грузовой пост, то есть заезд на город для грузовиков, по уду они не заедете, нифига не попадете. Реклама у нас, видели, да, что она совпадает, то есть Комсомольск на Амуре, именно 4 отсюда. Телефоны, все дела. Здесь у нас, где на отсыпку дорогу, туда идут дорогу, там тупик куда не проехать. Это трубы, которые будут прокладывать. Пост ГИ. Здесь у нас дорожный контроль Комсомольск на Амуре. Вы видите, да? Братан разговаривает с ментом, а там на камеру его снимают. Вот они приехали на машинах. Это группа поддержки. Видно, да? Приехали дальше. Пешеходник. Это вот база у нас, а там коттеджный поселок Новый Мир. Дальше пошел электроподстанция. И заходим на мост. Смотрим, там нет машин. Амур, Комсомольск на Амуре. Опа. Из-за чего? Так, здесь дорога не из-за нее. Ладно, тоже косяк надо будет записать.
Так, эту дорогу тоже я поправлю с разметкой. Надо все это заново запомнить, блин. Здесь немножко пропадает чуть трафик в почки, за почек. ПС 30 из-за трафика, да? То есть трафик гасит. Желающие могут трафик отключить и ездить с ФПСом 60. Пивонь. Мы прокатимся через пивонь. А, я знаю, почему здесь ФПС маленькая, потому что я пока строил здесь, я убрал эти заградительные фигни. То есть здесь поселок видит, я его потом, когда в финале уже будет, то есть я пройдусь, опять его загоражу, чтобы ФПС поднять, что нормально будет. Садчик. Трясет, блин. Тоже мне новую дорогу понастроили, блин. Мусора. Там вот я тоже закрою, надо закрыть. Так, вот давайте съездим сначала на верхнюю Экань, посмотрим, что там. Вот ФПС уже 50-60 пошел. Тут стоянка. И с разгончику в Амур. Туда нахер. Со всего маху. Тормозим. Верхняя Экань. Да? С разгончику туда раз. Тормоза отказали и ушел. Вон этот поселок. Вон он мост. Ну, мы же не будем тут смотреть. Развернемся. Все-таки задел я ее. Думал, не задену. Так, ФПС 23-22. Но здесь я еще не делал ограждение. Что, надо тут ограждение сделать? На Комсомольск 40-ник. Туда 60. А сюда ограничение бьет 35, а в салоне 25. Но это здесь я буду ставить тоже полосы заградительные, когда пойду оборудовать всю трассу. Забыл про нее.
33, 35. ППС растет. Давай сделаем, если смешим. Ограничитель сработал. 90. Ограничитель сработал. Да, мы доехали до развязки. Но мы, наверное, что сделаем? Настройка геймплея. Интенсивность торможения уберем, стабилизацию трейлера уберем, ограничитель скорости снимем, реалистичная модель расхода топлива, импульсация пневмосистемы оси. Развязочка у нас. Пропускаем. Знак стоп надо было остановиться. Ладно, сейчас тормоза не сработали. Тормозим. Что-то тормоза вообще не работают. Так, сворачиваем на пивой. Автобус пропускаем. Здесь у нас солярой торгуют, банчат местные дорожники, да? Солярой торгуем. Слез кто-то, дорогу выгрузил, блин. Ох ты, что тут происходит, блин. КамАЗа бросили посреди дороги, блин. Трафик тоже объезжает все эти дела. Ух ты, еще велосипедист тут херачит, блин. Видите? ФПС я тоже подниму, когда Комсомольское перекрою. Вот так. Потому что здесь его все равно не видно. Запрыгали, блядь, заскакали к Сайгаке. Переезд. ФПС 60. Ходит. На. Сейчас занят. Как у тебя время? Не знаю пока. Пока занят. Дороги, блин, надо тихонечко. По идее, кочки вот так проезжают. На большой скорости. Тут опять кочки тут. Потихонечку их. Thank you.
зарядочка. Это купаться люди идут, рыбу ловить. А, братва стоит. А здесь они ходят в Амур купаться. Вот туда. Вон он, Комсомольск на Амуре. В том стороне. Ямы опять, кочки. Тык-тык-тык-тык. Все, уходим налево. Поворачиваешь, а ты на зеле. Куда? Пропускаешь? Че? Хер в нос, да? Не судьба пропустить, что ли? Ты че? Стоять! Стоять! Ну и как я тебя повернул, бля? Один догадался пропустить. Еще дождик пошел. Пыль идет тоже, да, по этой дороге? Да, идет. Водяная пыль. Ох, ямы. Фары включаем, не видно ни хера. Все дороги разбитые, блин. А еще и мусора стоят тут. Тормозим. Туда мы ездили уже, на эко. Чё, встали? Ой, тормозим. Томас, ты чё, блин? Еле плохо. Очень надо... Дождик, наверное, убрать ещё. Сильно хотя... Там не смотрим, не точно. Так, это вот у нас дачники тут живут. На даче туда вон своротка. Вот внизу дорога. Лучше туда не ездить.
FPS 60 видим, да? Нормально работает. Железная дорога. И также вот эти сады, то есть автобусная остановка, это люди приезжают сюда в сады. То есть вот пешеходный переход у них здесь. И они вот с левой стороны тут уходят сюда, сейчас их нету. Но когда дождь кончится, они тут будут стоять. Пешеходы. Тоже все не кончается. Так, здесь у нас выезжает трафик тоже отсюда. Нужно быть внимательным. Так, сейчас мы доедем Гайтер. С той стороны мы заедем в Гайтер. Через Гайтер сюда вернемся. Здесь поедем, чтобы посмотреть все. Оттуда тоже трафик вот едет. Знак вот уронили. Да, здесь тоже аккуратно трафик сюда уходит. Ямы, тормозим. Дождик хочется или нет, в конце концов? Еще один Гайтер заезд, да? А мы на него заедем. Это официальный заезд на Гайтер. Я что не понимаю, вообще дождик-то у нас не качается никак. Активность осадок. Осадок ноль. Что еще не нравится? Музыку убираем. Видим на поселок Гайтер. Здесь у нас ремонт дороги. Так, как трафик поедет? Видите, трафик тоже объезжает все это дело. Здесь тоже можно выехать на трассу, если вот здесь повернуть, да, по щебеночной дороге, то мы тоже выйдем туда в конец уже за Гайтером. То есть все сделано по спутнику, так оно реально есть, направление, так оно и сделано. Мы сейчас здесь проедем просто через этот. Качается, слава богу.
КПС 60. Ну и коровы сразу появились, да? Это не было, блин. Правда, коровы какие-то эти, как они называются, сиамские близнецы, срощены. Ограничение 30 стоит, да? Фары выключим. Ямы. Только разгонишься, блин. Тормозим, тормозим, яма. Ямы. Так, кто сейчас вот из хомячков будут писать, значит, типа, о, 40-летний мужик, как ребенок, сидит тут, ямы, кричит туда-сюда. Это я передаю то, что я ощущал, когда я ездил в реальном дальнобое. И, соответственно, вот я так же ехал, как я говорил, так, то же самое я вот это передаю. А не для того, что я там какой-то, как маленький ребенок там сидит. Нет, только вот чисто из-за этого. Так что, хомячки, успокойтесь. Так, вот у нас. Добрались до развязки. Тормозим, тормоза не работают, как на Фредди. И трафик прямо пошел. Вот сюда. Всю дорогу ушла. Сейчас я покажу, где вот та щебеночная дорога от гайтера, которая пошла. Куда она, значит, идет. Где она будет выходить. На обочину лучше не заезжать, проблемы будут, очень аккуратно дорогу выловить. Вот здесь мы заезжали на гайтер, ФПС 60. Так, ну вот я время убрал, там я вышел косяк, то есть я вышел к... Вместо времени изменил, в редактор вышел, блин, у меня, короче, все тормознулось. Вот поворот, который на гайтер официальный мы прошли. Сейчас покажу тот поворот, который щебеночный был. Остановка. Вот он, щебеночный поворот. Если бы мы оттуда шли, вот гайтер, сюда бы мы выехали. ПС 60 держит, при том, что еще запись идет. Все прошел. Вот эта развязка тоже она в реале есть.
туда уходит на мост. То есть она закрыта, раньше, видать, она существовала. Мост через железную дорогу. О, оператор с камерой стоит, снимает. Стоянка, пешеходы, осторожно. Что там нет? Так, это у нас первый заезд на велосипедист, на Большую Кумань, как она называется. Мы проедем. Немножко ФПС гаснет, из-за того, что поселок рядом здесь. Но она сейчас выровняется опять. Вот опять 60 стало. Так, вот еще один заезд на Большую Картель. Есть там еще один заезд, но мы проедем через официальный. Так, что здесь за точки? А, вот полоса. Я поэтому и перестал делать дороги из-за вот этой полосы. Короче, надо ее, я все опущу, не забыть. Вот из этой полосы я начал делать другую дорогу. О, мусоровозы, что ли, что это? Ну, то есть она коллизионная, блин, полоса. Надо почаще видео снимать, тогда косяки хоть будут видны, блин. Ты делаешь, делаешь, а потом выдашь карту, а там косяковая. Такой вот поселок. Поворот налево. Обязательно. Это запутанный поворот. То есть там, в принципе, кирпич, но можно туда тоже выехать, вот там. И первый указатель у нас был. Мы сюда повернем. Вот, например, да, вот такая дорога есть. Давай попробуем на нее, то есть. Попробуем по ней проехать, выйдем, не выйдем. Разбито, конечно, да, понимаю. Трясучка, блин. Такие вот дорожки. Еще один поворот на Большую Картель. Мосты разрушены, знак кривой. Это Россия. Стоит. Еще один раз. Здесь вот нужно быть аккуратно, тут трафик ездит через дорогу. Так, поселок Эммер. Туда мы заезжать не будем. Я уже показывал его вон в стороне. Здесь вот трафик объезжает мусора. Объезжает у нас этих дорожников, блин. Так, вот тут уже косяк с полосой, да? Задрано. Как это все запомнить, блин? Так, тут мужик колеса ремонтирует, трафик пропустит. Ну, давайте, ребята, пропускайте.
Так, это у нас поворот на... Куда? Селихина, нет? Уже сам забыл, короче, куда-то поворот. Так, вот он, заезд на Селихина. ФПС 60, а раньше ФПС тут вообще 15 было. Да, вот пожар, дым идет. Тормозим. В Селихина. ФПС. Здесь десятку надо еще поднять из-за записи, то, что запись идет. Стоянка. Это вот закрытый город здесь. Пожарка вот у нас стоит. На пожар. Вот там у нас будут основные базы, вот здесь справа, по снабжению вот этой вот трассы на Лазарево, который идет. Так, трафик что он здесь делает? Поворачивает, да? Вот там вот базы основные, вон они. Там мы будем грузиться и углем. Так, что встали? На почку наехать. Запорожец, давай. Давай. Поворачивай, что-то. Как раз вообще не развернется. Как раз стоять. Дурачок. Дурачок, если висят. Коллизионный переезд сделать. Коллизионный, нифига. Нет, коллизионный сработал. Ямы, бочки. Разбитая АБС 60. Пошли туда, в сторону Хабаровска.
заезд на заправку. Тоже трафик выезжает туда. Заедем на заправочку. В принципе, там уже впереди поворот. Так, заправку на Саше, чтобы он переделал. Здесь не должна быть Лукойл. Блин, тут хер заедешь там, не, на заправку. Поэтому, блин. В общем, не суть. Вот здесь можно заправку заехать. Заправка здесь поменяется, здесь будет старая ржавая заправка стоять. Все, сейчас, в принципе, все, да. На Николаевском, на Амуре, дальше там дорога. Ну все, всем пока, буду косяки исправлять. А, да, кстати, подписывайтесь на канал, ставьте дизлайки. Кто по желанию может, захочет лайки поставить. Всем пока, до следующего видео.